Всем привет! Готовлю малиновый зефир. У меня 300 грамм малины свежей. Я пробила блендером и теперь перетираю в пюре. Вот такое пюре получается у меня. Понадобится сахар и пектин. Сюда столовую ложку сахара и чайную ложку пектина. Хорошо перемешиваю и идем варить. Варить будем 3 минуты, не больше, на медленном огне. Итак, я проварила. Теперь опять процеживаю и буду остужать. Как только остынет здесь на столе, я уберу в холодильник на 2-3 часа, чтобы полностью остудить. Его даже можно подморозить. Вот так вот. Это недолго. Здесь все равно семечки вот попадались каким-то образом, наверное, с ложки. Вот так вот. И пусть оно у меня остывает. Наступил следующий день. Я вчера вечером делала пюре малиновое. И теперь выложила пюре, сахар и один белок. Здесь у меня сахар, агар-агар. И заливаю это водой. Это я сейчас поставлю варить. А сама буду взбивать белок с пюре и с сахаром. У меня агар вот такой. Приготовила уже насадку и лист. Итак, идем варить. Так, я варю сироп. Варить его 4 минуты. Постоянно помешиваю. Огонь медленный. Сироп я влила и теперь хорошо еще раз прохожусь. Он густеет на глазах. Саживаю. 12 часов. Итак, первая партия у меня застывала 6 часов. Но они у меня невысокие, я хотела их по-быстрому. Это я уже склеила. Еще немного на балконе. В холодильник. Я их поставила в холодильник, который на балконе, а они дольше. Я думала, они застынут. Нет. Вот так вот. И рыбка моя еще не застыла. И кому понравилось видео, ставьте лайки. Пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал. Впереди будет много интересного. Пока-пока!